Сегодня, 12 июня, повсеместно отмечают День России. Тюмень, конечно же, не осталась в стороне. В городе будут работать большое количество праздничных площадок. Но все началось с официальной встречи в Доме приемов. Там губернатор Владимир Якушев вручил паспорта Российской Федерации юным жителям региона. И прямо сейчас на прямой связи со студией находится мой коллега Игорь Жариков. Добрый день, Игорь. Мы ждем от тебя подробностей. Добрый день. На самом деле сегодня несколько тысяч школьников по всей стране получают свой первый паспорт. Все это приурочено к сегодняшнему празднику, ну и проходит в рамках всероссийской акции «Мы граждане России». В Тюмени в дом приемов были приглашены 15 школьников с разных муниципальных районов Югообласти. Это в основном активисты, победители различных научных олимпиад и спортивных состязаний. Напомню, что в Москве главные документы для новоиспеченных граждан России вручает президент Владимир Путин. В Тюмени вручает губернатор Тюменской области Владимир Якушев. И я предлагаю послушать, что он сказал на торжественной встрече. Это очень важное событие в жизни каждого человека. Теперь у вас, ребята, появляются новые права, и на вас возлагаются серьезные обязанности. Главное из них – это служение своему Отечеству. От вашей инициативности и целеустремленности во многом зависит будущее Тюменской области и всей нашей Родины. На самом деле, я был сегодня удивлен, насколько целеустремленные школьники, которые сюда приехали, в их глазах читалось чувство гордости. И это приятно. За это поколение нам, откровенно говоря, не стыдно. На самом деле, это не единственное мероприятие, которое приурочили ко Дню России. В Тюмени будет работать множество праздничных площадок. И я призываю всех тюменцев не быть сегодня безразличными к этому дню. Ну и это также касается команды ТСН. Студия. Я думаю, вот уж с этим точно проблем не будет. Ну и, кстати, канал «Тюменское время» организует трансляцию праздника. Смотрите ее сразу же после выпуска новостей.